7 важнейших фактов об Игоре Северянине за минуту. Погнали! Игорь Северянин – псевдоним. Причем поэт хотел писать его через дефис. Настоящее имя – Игорь Лотарев. По материнской линии – родственник Афанасия Фета. Начал писать стихи в 8 лет. Основал литературное направление «эго-футуризм», но сам же и покинул его меньше, чем через год. Был выбран королем поэтов. Выглядело это примерно как современный рэп-баттл, где поэты читали свои стихи. Главным соперником был Владимир Маяковский. Придумал слово «поэза», а свои выступления называл «поэзы-концертами». Стихотворения или поэзы Игоря Северянина были музыкальными. Он специально использовал звучные слова, многие из которых придумывал сам. А еще читал с особой напевной интонацией. Поначалу зрители в зале смеялись, но вскоре начинали слушать завороженно.